Здравствуйте, друзья, и с вами снова WinCondition. Сегодня у меня в гостях особенный гость, которого вы еще не видели. Это Артем Федотов. Артем, расскажи, почему ты здесь? Добрый день, меня зовут Артем Федотов, и последние 3 года я увлекаюсь игрой в магию. И какой же это цвет? Черный. Карт, которые работают с этим токеном еды, их на самом деле мало. Я не говорю про рарки. Мы будем с вами говорить о комонах и анкомонах. То есть вот такие карты, они очень на самом деле важны. С адвенчером здорово разобрались. Давай с едой. Это существо за 5 ман, полет 3-3. Собирайте адвенчер, роговые цвета. Насколько я знаю, ты любишь путешествовать и играть в магию. Какие у тебя последние места посещения? В этом году я начал ездить на Гран-при. Я пытался пару лет отбираться на территории Российской Федерации на протур. Я был на Гран-при Прага Лимитед. В феврале был Гран-при во Франции в городе Страсбург, тоже в формате Лимитед. Летом, по-моему, в июле был Краков в Польше. Это был тоже Лимитед формат Равника, Allegiance, по-моему. И на следующей неделе мне предстоит визит в Голландию, в город Утрехт. Тоже Limited. Тоже Limited и по сету престол Эльдраина. Наверное, ты к нему готов. Да, я подготовился. Вместе с тобой на этом ГП окажутся и наши друзья Никита Лучков и Лиза. Я думаю, что они обязательно сделают для вас несколько материалов с этого гран-при и будут держать в курсе о том, как русские наши друзья сыграли его. Артем, если ты подготовился к гран-при, я думаю, ты сможешь с нами поделиться своими секретами Limited игрока. Я постараюсь. Я подхожу в данном случае системно. Как только появляется на сайте Wizards весь выпуск, я начинаю его изучать. Для начала я, конечно, смотрю тип существ, цвета, ну и какие-то взрывные карты, которые я не увидел еще на... Как это называется? Спойлер, на стадии спойлеров. Совершенно верно, да. Дальше я уже начинаю изучать механику, потом выходит на сайте Wizards Notice, это файл о выпуске. Перед каждым релизом выходит такой файл, где рассказывается о механиках, этот файл есть и на английском, и на русском языке, где рассказывается не только о механиках и их работе, но и рассказывается работа некоторых индивидуальных карт. То есть ты таким образом разобрал престол Эльдраина и нашел для себя какие-то любимые сочетания цветов, какие-то самые сильные цвета, по твоему мнению, и сочетания механик, которые тебе нравятся? Да, можно сказать и так. Есть цвета, в которых есть, безусловно, ремувал, и этот ремувал не в рарных цветах, то есть это коммоны или максимум анкоммоны. И какой же это цвет? Черный. Черный. Да. Самый черный. Лучший ремувал в черном сейчас. Ну, безусловно, ремувал за 4 маны на скорости инстант 2 ББ, который создает фут токена, это очень сильно. В слоте common это действительно сильная карта. То есть он еще сразу взаимодействует с каким-то архетипом, связанным с едой, и вообще еда — это трехиточка. Да, это здорово. Можно сказать и так, совершенно верно. То есть эта карта заставила тебя захотеть в драфте или в силеде сесть именно в черный цвет? Такое может быть, ну, ради одной, наверное, нет, но здесь скорее проблема не сильного черного цвета, а отсутствие безусловного ремувала в других цветах. К примеру, мы все знаем о карте «Пацифизм» за 2 маны. Они заставляют существо не атаковать и не блокировать. В данном выпуске такой карты в белом цвете нет. Есть что-то приближенное, что вешается только на пешеходов, не флайеров. Но из бонусов нельзя активировать активированные способности, что можно было делать, играя пацифизмом. Хорошо, ты начал с того, что черный цвет крутой. Какое сочетание цветов тебе очень нравится здесь? У меня есть небольшой для самого себя сделанный такой гайд по крутым движкам в цветах. То есть мы знаем, что где-то что-то ставит фуд-токен, например, да, токен еды. Но карт, которые работают с этим токеном еды, их на самом деле мало. И я вот могу рассказать вам о том, что, например, Adventure, механика приключения, она существует в цветах зеленый в количестве 7 карт, белый в количестве 7 карт, и дальше по уменьшению синий 6, черный 5, красный 4. Но карты, которые делают какой-то движ с Adventure,
механикой. Их мало. То есть мы имеем, по сути, 2-3 карты в зеленом и только одну карту в белом. Я еще раз говорю, я не говорю про рарки. Мы будем с вами говорить о комонах и анкомонах. Все подарки, которые придумал для вас Санта, вы будете получать сами. Мы будем говорить только о вашей работе. Суровой реальности. Да-да-да, суровой реальности. К примеру, в зеленом цвете есть чарка за 2 маны, которые приходят и приносят с собой фудтокены. Хорошая? Да. Однозначно хорошая, потому что она тянет перманент. То есть, как только ты жертвуешь фудтокен под что-либо, ты можешь заплатить копеечку, что очень дешево, и из 2 карт выбрать перманент. Да, может быть, вы будете попадать в ремувал или в какие-то весомые спылы. Надеюсь, что они в вашей колоде будут. Но в целом это хорошая карта. В белом цвете есть только летчик. За 3 маны 2-2 анкомановый летчик, который говорит, что существа с приключениями входят в игру с дополнительным жетоном +1/+1 на нем. То есть вот такие карты, они очень на самом деле важны. Это и есть тот движ, которые вы хотите видеть в колоде, которые вы хотите добиться какого-то серьезного результата. Ну, у нас с адвенчером повезло, у нас есть Lucky Clever, он называется. Это счастливый артефакт за 2 маны? Да, 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 очень крутой. Да, это очень классный артефакт. Мне довелось поиграть на этой механике. У меня было 9 карт с механикой адвенча. У меня были заходы, например, за копейку колодец, который делает скрай 2. На второй я стал клевер. А на третий ход, например, я говорил, что я положу сюда 4 жетона и вот сюда. И на 8. Очень. Очень приятно. Такова магия. Да. Слушай, с адвенчером здорово разобрались. Давай с едой. Я знаю, что еда — это потенциальные хиточки. Что мы еще можем с ней делать в вот лимитед драфтовых форматах? Да, мы можем с ней взаимодействовать. Есть 6 карт в черном и 11 карт в зеленом цвете, которые не только генерируют эту еду, но и могут с ней работать. Ну, я бы отметил, наверное, одну из лучших карт. Это и ремувал, и существо, и движ. Да, это существо за 5 ман, полет 3-3, которое за 3 маны не тап проедаете токен еды и снижаете power и toughness. Это же очень круто. Да, это powerful карта. Ой, очень сильно. Она в слоте uncommon, если не ошибаюсь. Да, и это, в принципе, первый пик. Один из первых пиков в этом цвете. Один из лучших движений на фудтокенах. Да, потому что... ты можешь собрать эту еду в комоновых слотах чуть позднее. Я не буду говорить там про гусей и еще карты, которые генерируют еду, но... Ока? Да, но есть карты и в комоновых слотах. К примеру, в зеленом есть очень сильная сорсери, которая говорит о том, что если у тебя есть 2 токена еды на столе, то ты обязан их пожертвовать, и ты создаешь гиганта 7-7. Если этого нет, то ты просто создаешь себе 3 токена еды. Крутой сорсери. Это хороший сорсери, да. Но оно, конечно, uncommon, и я не думаю, что это первый пик в зеленом цвете. Но вот в подобные колоды это сильно. По цветам. Давайте еще раз. По поводу приключений адвенча, это определенный ГВ. Вы можете сплэшить что-то, но даже мультиколорные карты, которые издают визарда, они дают сигнал нам очень прямой. То есть ГВ-конь, за 3 маны 3-3, который кладет на себя жетон, когда вы разыграете существо с приключением, все понятно, он ГВ. Собирайте адвенчер в ГВ-цветах. Да-да-да, а в БГ-цветах есть Human Warrior. За 3 маны 3-3, который. Да, который атакует или блокирует, создает токен еды. Проедаешь 2 токена еды и берешь карту. Это очень круто. Да. Мен говорит, да, собирайте БГ-еду. Ну, можно сказать и так, да. Дальше у меня по механике, я для себя ее назвал артифайсеры. Это УВ-цвета, в которых есть текст о том, что если вы контролируете артефакты или чары, то происходит что-то. К примеру, это лисичка. Лисичка. Я думаю, многими любимая лисичка. За 2 маны 2-2. Если вы контролируете артефакт или чары, лисичка летает. Лиса-летунья. И, соответственно, есть несколько карт в белом и синем цвете. В синем цвете это существо за 6 маны 4-5, которое входит в игру. Если вы контролируете артефакт или чары, вы можете побаунтить, вернуть в руку целевое существо. Это хорошая карта, потому что баунса в сете мало. То есть у нас нет ансамонов, у нас нет каких-то крутых триков. А синяя карта, которая возвращает нолленд перманент в руку его владельца, ты дроуешь карту, она стоит 4 маны. Она дроует карту, окей, но это 4 маны. И в сете, в принципе, баунса мало. Хотя, в целом, и не так много же
тонов. Баунса, наверное, хотелось бы чуть больше. Это УВ-цвета, где вы можете играть активно артефактами, где есть УВ-мультиколорный крич, который говорит, что... Душонок если... маленький. Да, совершенно верно, с виджилансом, который может быть 3, за 3 маны, 3-3 виджиланс, если вы контролируете. 3-3 виджиланс флайинг. Да-да-да, флайинг. Mm-hmm. Вот УВ-цвета тоже интересно, могу сказать, всегда на силидах, если у вас собирается 10-12 летчиков, это уже хорошая колода. Mm-hmm. Если вы можете чем-то держать пешеходов, если у вас есть какой-то ремувал, и даже нет бомб, так бывает. И мне вот самому последние 2 гран-при неплохо дают на пятничных ПТК наборы, но я постоянно получаю в субботу утром ужасные наборы, и приходится пытаться из них что-то выделывать. Часто mm-hmm. я играл 2 колодами, собирая первую, пока есть время, я собирал еще вторую сетборд-колоду. К примеру, мейн я играл контролем, чтобы... побольше изучить карты противника и, возможно, выиграть. А, к примеру, если я проиграл первую партию, то я брал агрессивную колоду, я знал, что я буду ходить первым. Такие карты, как вот в УВ-цветах артифайсера, это хорошо, если у вас не очень сильный набор. Драфтить это не очень, опять же, из-за малого количества качественного ремувала в этих цветах. Я думаю, мы сделали отличное подспорье для начала драфта, и теперь мы на нашем примере покажем, как стоит подходить к драфту, к первому пику, самому важному пику. Друзья, это была небольшая затравочка, мы с вами познакомились с Артемом, узнали маленькие подробности этого сета, и в ближайшем видео мы распакуем 4 пачка и детально разберем их вместе с нашим Артемом. Будет интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно жмите колокол, чтобы не пропустить продолжение.